Сокони, Перегрина 12-я, модель 22-го года. Первая пробежечка. Легкий трейл такого плана. Совсем легкий. На 11 километров. По 5-10, по-моему, на километр получился. Перегрыны получается средняя модель в трейловом сегменте Сокони. Очень замечательная. У нас старые пени они, и плюс новая спененная у них стелечка из Power Run BP. По-моему, так называется, спененная пена у них. Ну, для такого легкого трейла травка, песочек, дорожка, лес, шишечки. Переваривается все кроссовками отлично. Я прям впечатлен. Первые километры. И только положительные. Эмоции только положительные. Вообще огонь. Легкие. Самая главная фишка. Легкие. Отзывчивые. Как бы вот для леса, для тропы. Самое оно. Камня не знаю. Камней у меня здесь нет. По камням не прыгал. Но вот лес, тропа. Парк, какая-то грунтовочка, вот прям оно, самое оно. Не просто так центральная моделька у них. Ну и вес у них там что-то в районе 270 грамм, по-моему. В общем, до 300 трейлы, до 300 отзывчивые, с хорошей посадкой. Посадка, кстати, вот посадка очень классная. Никакие они не жесткие, все у них хорошо. Нога сидит, прям все, пяточка держится, шнурочки подтягивают, сеточка вентилируется. Прям Сокони, мое почтение. Отличные педали. Как первые трейлы. Прям на ура, огонь.